Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, на спортіку. Сьогодні о, у нас гостя, о, дівчина. І повірте, зовні вона тендітна, але я бачив і точно знаю її. Бачив на тренуваннях, що вона дуже міцна всередині. О, привіт! Перше питання, яке в мене виникло: чи не заважає довге волосся тренуванням Айкідо? Чи взагалі воно нормально так? Да? Ну, Стівену Сігалу наче не заважало. А вам? Во-первых, привет. На самом деле нужно отличать жизнь и татами. И, конечно же, в жизни девушка должна быть девушкой. Кстати, в Будо существует такое выражение, что настоящего мастера видно только в бою. Поэтому А, на тренуваннях, звісно же, ми всі убираем свої волосы, У нас дійсно коси на показательных выступлениях всі як один по дві косички, очень uh -huh. все чітко продумано. поэтому вопрос классный, <laughs> имеет место бути, і волосы, звісно, же, нужно убирать. Да, я, я просто неодноразово бачу ваших колег по цеху тренерів з довгим волоссям. Чоловіки ну дівчата розумію, чоловіки з довгим волоссям, і мені ось хотілося спитати, а як, ну, це ж заважає, Тому що, наприклад, у єдиноборствах досить. Часто люди взагалі волосся збривають так з голови, а вам нормально виходить? Дело в тому, що дійсно існує ряд технік, які на... з використанням волос. Тобто, якщо у противника для волоси, це преимущество тому, хто робить техніку. Давай розвінчаємо міф. У мене буде сьогодні рубрика Тупі запитання від ведучого, майже все інтерв'ю, тому що дуже цікава. Ось тема і дуже м, цікаві питання мені здається, але для вас вони можуть бути дуже примітивними. Так ось е, треба розвінчати міф, що е, азіатам вивчання бойових мистецтв дається легше, ніж, наприклад, українцям європейцям. Так чи, чи ні? Ну, вони як засновники, родоначальники багатьох з'єднаноборств. Я би сказала, що раніше дійсно так. Сейчас, скорее всего, тоже так. Почему? Это не зависит от того, что человек родился в определенных параметрах тела. Да? Ну, в принципе, мы повыше, чем японцы. Да? Это зависит от подхода. Это непосредственно философия. Для того, чтобы изучить ту или иную технику, Вайкидо, раньше, вот 50 лет назад, уделялись годы. То есть на, только на то, чтобы освоить ковырок у Кеми, приходился один год. И метод обучения был через тренировки. Очень мало слов, и все через, через себя. И для них это э, философия, это путь. Когда мы встречаем европейских мастеров, то и мы точно так же у себя мы стараемся вначале объяснить очень детально, очень дотошно, чтобы это зашло через голову, а потом через тело. То есть действительно, те э, азиаты, да, назовем их так, они способны годами погружаться в очень тонкий и узкий процесс. Но ну, для нас сейчас это, ну, скажем так, не, ну, не совсем... Хочется Да, очень. Ага. Да, 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 другой підхід. Опиши збірний образ людини, яка займається Айкідо. Ось хто це? Це інтелектуал, там, водій Камазу. Ось хто ця людина? Кому це цікаво? Я часто його затрагиваю на тренуваннях дитячих груп, тому що Айкідо. отличается от вообще айкидо, как часть Будо, очень сильно отличается от спорта. Давай поясним сначала нашим глядачам. О, ты говоришь, Будо не первый раз уже в интервью. Что это? Про що мы говорим? Будо это искусство войны. До. Но на самом деле до это путь. Но на самом деле, если мы посмотрим в китайский иероглифы изначально, то мы поймем, что это путь остановки войны. Mm -hmm. То есть э, уже противоречия мы изучаем боевое искусство для того, чтобы в мире не было войны. Как бы, и когда люди начинают заниматься э, Будо, любым видом, там Айкидо, Иаида, Дзёдо, они не могут понять, как это <laughs> мы учимся защищаться, uh -huh. атаковать для того, чтобы не было войны. Вот, но со, э, действительно со временем э, ты понимаешь, что нет смысла кого-то атаковать, нет смысла эм, постоянно, скажем, вооружаться. Потому что всегда будет вооружаться противник. Ты, 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 ты. И э, эта гонка, она в итоге ну, оказывается такой, да, да, бессмысленной. То есть мы изучаем боевое искусство просто как путь познания себя для того, чтобы остановить если будет агрессия, мы должны это остановить. Но ни в коем случае не атаковать первыми, ни в коем случае не развязывать конфликты. Наоборот, зная, как развязывается конфликт, не допустить его. Вот такая вот сложная uh -huh. синергия, наверное, понятий. Uh -huh. uh, и действительно сложно uh, все будо познать сразу же. Повернемся до да. архетипа Архетип людей. Архетип uh людей. -huh. То есть это люди, которые, скажем, ищут смысл жизни. Я не побоюсь этого слова. Каждый ищет, ну, на, на, ну почти, наверное, каждый, многим, ну может некоторым это не интересно, но люди, которые ищут смысл жизни, они задают себе вопрос: а что дальше? И э, понимая, что любая перспектива любого вида спорта, любого достижения, любых целей в спорте да, и в бизнесе, везде, в любой области, которую бы мы не взяли, вот в целом, это, ну как это не парадоксально звучит, это смерть. Крышка гроба, как я говорю. И э, какая разница, ты э, умираешь, э, будучи чемпионом мира или чемпионом области, или вообще буду, не будучи чемпионом. То есть в чем смысл этих достижений, когда все это заранее, временно. Это все иллюзорно и временно. Но Будо говорит о том, что именно проходя путь, не останавливаясь на этих целях, там, э, занять там, первое место в области, там, зайти там, в тройку по Украине, там, попасть, да, там, диплом. не в этом смысл, а в смысл в познании, изучении себя и совершенствовании себя. Поэтому те люди, которые занимаются Айкидо, они в первую очередь, они думают. Они ä, живут глубоко. Это могут быть у нас на тренировках, это и строители, это и профессора. Э, один из моих любимых сенсей, сэ он, профессор философии. Я а, як в него тогда заглянул. Да, да, все? да. И неважно, э, кто человек по профессии, главное, что он а, ищет себя. Вот это такой сборный образ айкидоки. Угу. Як метода самозахисту, я нагадую, що я задаю, можливо, дуже топі питання, але все ж таки, як метода самозахисту в сучасному суспільстві, які ось сильні і слабкі сторони Вайкідо? Вайкідо, як в, в, в будь-якому другому бойовому мистецтві, є дійсно сильні сторони і слабі сторони. Начнем, наверное, з. со слабых сторон. К слабым сторонам относится то, что гораздо эффективнее, ну, я говорю грубо, но носить с собой пистолет и защищаться uh -huh. <laughs> четко, быстро там газовым баллончиком, uh -huh. то есть с применением каких-то средств. Ну, современный мир, он очень быстро может решить эти вопросы. И даже если мы пойдем на рукопашный бой, на ММА, на бокс, мы гораздо быстрее научимся бить и укладывать, скажем, быстрее и эффективнее своего противника. Айкидо требует годы для того, чтобы научиться применять приемы свои. Да, но за эти годы формируется стержень человека. И стержень этот можно отнести к сильным сторонам. Ты можешь навязать это не только про технику, как да. там быть или защищаться, да, да, да. Про... Mm -hmm. Я говорю сейчас я именно технику оставляю в стороне, то есть техника действительно нужны годы, чтобы э научиться применять приемы. Они многоходовые, они достаточно сложные. Они имеют разные степени исполнения. Кихон ⁇ это база, прикладное кидо немножко другое, демонстрационная программа ⁇ это вообще третья. То есть это такая, скажем, совокупность вот такой <многих>, многих элементов, многих камушков на дороге. Но что относится к сильным сторонам? Дело в том, что Мариха Осиба, основатель айкидо, очень, ну, так, такой гениальный человек, который... В элементы айкидо внес круговые движения. Айкидо связывают еще, говорят, что это динамическая йога. Фей. Почему? Оно очищает ауру человека, оно восстанавливает течение энергии по меридианам. То есть человек, даже не зная вообще о своей энергетической конструкции, он улучшает себя. И второе, что на тренировках айкидо никогда нет агрессии. То есть агрессия ⁇ это нет агрессии, нет соревнований, нет конкуренции. И действительно это такой стимул расти в любом возрасте. И когда этот стержень формируется изнутри, когда человек становится более добрым, да, более милосердным, он э, глубже понимает других людей, э, эмпатия, доброта, то он, меняясь изнутри, меняет и мир вокруг себя. Каким образом? Он попадает меньше в конфликтные ситуации. Угу. То есть он интуитивно, он, грубо говоря, не пройдет под тем домом, откуда будет лететь кирпич. Он просто интуитивно его обойдет. И вот это вот такая такой симбиоз философии и техники. Нема на подразники навколо, так? Ну, Гораздо Можно зайти в маршрутку и просто выйти из вителя. Спокойно, э... не ага. включаясь в конфликт, не раздувая его. И что еще? Вот э, мне очень нравится, особенно в преподавании детям. Я использую вообще философию айкидо как метод воспитания детей. У меня есть ребенок. Э, для меня эта тема очень близка. И, э, например, вы видели, наверное, что в айкидо, у айкидоистов есть такие штаны хакама. Так, случайно. Да, то есть это стандартная форма э, людей, которые уже достигают Маш уровня... же Да, <свят> похоже. Да да, 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 да. Так вот, что это за такие за особые штаны? Э, смысл этих штанов ну, в том, чтобы скрыть движение, чтобы зафиксировать центр, спину. В штанах работать всегда легче, чем в обычном кейкоке. Но в этих штанах есть семь складок на хакама. Две спереди, пять сзади. И эти складки говорят о качествах самурая. Они так и называются. Семь достоинств самурая. Угу. И вот к этим семи достоинствам вот просто вот вдуматься, какая философия в... вложена в обычную форму. Первое ⁇ это доброжелательность, мудрость, честь, достоинство, храбрость, почитание старших, уважение да, и честность. То есть... Как бы, если человек нарабатывает в себе эти качества, не стремится ли он к гармонии? Ответ uh -huh. очевиден, мне кажется. Вау, wow. uh, я про штаны, вообще, даже нигде я готовился, нигде ничего подобного. Класс, спасибо. Uh, Вопрос. Как практика айкидо вплынула на тебя особисто? Uh, Ты же не народилась и сразу в зал. Ты как-то до цього пришла, как это произошло? расскажи. Я занималась спортом очень активно профессионально занималась спортом с 7 лет до 20. Что это за вид спорта был? Бадминтон. Uh -huh. Да, то есть это на самом деле это бешеные нагрузки, когда говорят, ой, айкидо, это же так, так, так. Нет, 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 айкидо это цветочки по сравнению с бадминтоном. Действительно, кроссы по 20 километров, штанги, прыжки с вышек, километры в бассейне, -э техника. Ну, да. Так? Да, 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 это бадминтон, Добрый. олимпийский вид спорта. И закончила я спорт разрывом связок. В колени мне на носилках из Харькова привезли вот в город, где уже было несовместимо продолжать занятия. И поиск, наверное, того же смысла, то есть у меня был вопрос, на что я потратила 13 лет своей жизни? Две-три тренировки в день. И вот э, я оказалась 20 лет с невозможностью как бы, вообще играть. И что дальше? И абсолютно случайно я э, попала на тренировку по айкидо на день открытых дверей. Я привела э, с э, брата своей подружки, она не смогла прийти. Она не попросила. Абсолютно случайно. Я не планировала никакого вообще айкидо кидо, То есть какая девочка, какой вообще бои там. я... Э, ну, люблю свое чистое лицо, то есть без синяков, то есть как-то так. Вот, и когда я увидела, что такое айкидо, э, это было совсем другое, что мне казалось раньше, я вот, можно сказать, влюбилась с первого взгляда и пришла на татами. Вот. <с ну, с тех пор, вот сказать сразу, что изменилось. Э, изменилось взаимоотношение с людьми. То есть, чтобы раньше, подпустить к себе какого-то человека там быть откровенным искренним э, ну, для меня это было ну, неприемлемо то есть всегда была вот эта вот грань э, я не могла чтобы ко мне кто-то касался то есть у меня вообще фишка была с детства чтобы кто-то касался в транспорте там где-то и когда я попала на тренировку по айкидо, я помню, что первая тренировка, а там же мы начинаем все прямо с захватом, я с ужасом смотрела на тех, кто трогает меня за руки. С ужасом и с удивлением, потому что мне были вот эти ощущения новые. Вот, и со временем, то есть можно сказать, что в 20 лет я боялась говорить. Там, возле доски в школе я боялась, стеснялась даже сказать «здравствуйте, учитель». То есть была очень стеснительным человеком. А когда я начала заниматься айкидо, то есть все как бы оно раскрывается, 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 раскрывается. И достаточно легко и уверенно себя вообще чувствуешь в мире. В айкидо есть удары? Конечно. Угу. Первое, что мы учим, это учим бить. Бо такое впечатление, люди, которые видят айкидо, демонстрации какие-то, что это не про удары. але они есть. Есть, но на самом деле айкидо произошло от работы с мечом самурайским. Поэтому в айки... айкидо – это и меч, и палочка дзё, и нож, и удары. Да. В айкидо есть маханья? В айкидо айкикай, э, тот стиль, который завещал основатель айкидо, соревнований нет. Это полностью против поставляется философия айкидо, но есть э, другие стили, например э, Кан, Айкидо это мастера, которые занимались у Марихэй но на каком-то жиз... этапе жизненного пути они отошли в сторону и организовали свои стили. Там есть соревнования. Айкидо – религия? Айкидо было создано Марихеем Уэсиба действительно на религиозной Uh -huh. почве. Он был очень религиозным человеком. И смысл этой религии э, был в том, чтобы развивать любовь, э, что любовь основа всего, любовь основа Вселенной. Что бы мы ни делали, мы должны делать с любовью и гармонией. И первый иероглиф Ай переводится как гармония, единство, и он созвучен со словом ⁇ любовь ⁇ Я, мені здається, що я іноді просто щелепав від трошки НВС, від інформації, бо цікаво. Робота, до речі, за зброю. Ми заговорили. Робота зі зброєю це виглядає як пережиток минулого чи ні. Ну, я собі не уявляю, ну, що я буду з мечем ходити по вулиці. Так. Да. Навіщо це? Для чого це? Це для формування свого духа в першу чергу. То есть, что такое меч? Меч — это понимание того, что вот это тонкая грань между жизнью и смертью. Любое твое действие может привести неосознанно к легкой смерти человека, который в этом не виновен. Либо же ты несешь ответственность и защищаешь то есть смерть осознанно но еще что второй аспект работы с оружием это формирование осанки в айкидо как и в любом искусстве вот я очень часто своим ученикам привожу примеры с балетом вот балет народный танц любых народов мы берем мы берем классические виды да, как деть, ну, танца движений мы у всех видим идеальную спину идеально ровную осанку что почему потому что наш позвоночник это антенна Антенна, которая принимает сигналы и отдает сигналы. Когда идут нарушения работы в позвоночнике, угу. ну, какие-то у нас телесные да, повреждения, либо пережата, либо просто нездоровье, там лишние мало ли что угодно, то у нас нет такого тонкого взаимодействия с миром. мы не получаем тот объем энергии. И вот чтобы эта циркуляция происходила, гармонично в полном объеме нужна ровная спина всегда и всегда критерием того правильно ли прошла тренировка является знаете что когда вы выходите из тренировки и у вас очень много сил как это не парадоксально звучит так я думаю так но... да и точно я думаю, я думаю, что это просто еще про И это хорошо, Так? Это нормально. Самое сложное, это, вот, я говорю о взрослом человеке, который вот отработал 8 рабочий день, то есть у которого семья, дети, масса Нет, после работы у меня такого нет. После тренирования. приходят на тренировку, вот это сложно. А после тренировки они уходят полны сил. Точно. В чем парадокс? Uh силы, а силы, обретаешь больше. Философские пытания. Клас, я подумаю, подумаємо над цим. Чи звертаються до вас до федерації представники силових структур за якимись знаннями, майстер-класами? Чи буває таке? Е, ну, із, да. наприклад, Федерації рукопашного бою до них звертаються чи приходять до вас? звертаються. Да, Обращаются, но немного. То есть я знаю, что у нас в нашей федерации на Московске команда ГУАРД, вот охранного да, агентства, так, они так, так, занимаются айкидо у, у нас. У меня лично занимается э, полицейская девочка. Вот, э, в принципе, обращаются. А в Турции вообще у них айкидо – это основной вид в полиции. У них это на государственном уровне. Яку роль у вихованні дітей, взагалі, Айкідо? що ви вкладаєте ось у маленьких карапузиків, коли вони приходять до вас у зал? Про що в першу чергу ви говорите? З першу чергу, я хотіла би сказати, що дійсно. Мы вкладываем... Что ты втратила голос, мне не сдается. шумно в зале. Ну, продолжим. Когда идут детские тренировки, я могу сказать, что родители всегда очень внимательно смотрят те родители, которые находятся в коридорчике. Что мы вкладываем? Все. Айкидо – это идеальный способ воспитания ребенка. То есть... Тренировка начинается с тапочек. Это такая шутка, <laughs> так и есть. Заходя в зал мы делаем поклон. Поклон ⁇ это уважение к месту, где мы занимаемся. Мы аккуратно складываем тапочки. Вот себе представьте, ребенок, он понимает в зале, слышит от своего инструктора, что основа порядок. То есть если у вас будет беспорядок у вас будет беспорядок в голове, у вас беспорядок будет вокруг вас. И что они, приходят, приходя домой, начинают убирать свои вещи и игрушки. Ну, пускай там, может быть, не сразу, но не с третьего, а со второго раза, когда вам говорят родители первое еще, что изучается, это уважение. То есть, если вы, пронаблюдаете за тренировочным процессом, вы увидите, что все время идут поклоны. Поклоны друг к другу. И, кстати, дети часто шутят. Я их спрашиваю, когда приходят новички. Говорю, что мы вначале делаем? Мы поклоняемся! Говорю, никому здесь не поклоняемся, мы просто делаем поклон в качестве уважения, проявления знака уважения, что я уважаю тебя, спасибо, что ты со мной занимаешься, ведь благодаря тебе я становлюсь лучше. И это во всем. У нас есть концепции буду каждая концепция несет определенный смысл. Например, одна из тоже таких шикарнейших, легких, доступных детям концепций – это из шин. Шин – это душа. И концепция говорит о том, что все, что ты делаешь, ты должен делать с душой и с открытым сердцем. То есть занимаясь нататами, идя в школу, завтракая с родителями, э -э -э, играя с друзьями. Если человек будет находиться в гармонии с добротой к окружающим, весь мир наш изменится. колись Можливо, ні, зараз дізнаємось. Довелось застосувати свої знання на практиці, але не в залі. Ну, якось конфліктна ситуація, Що ти розуміла, що вже уникнути її неможливо. Треба діяти? Е, один раз у мене була ситуація, коли камні ко е, ну, п'яний мужчина, <говори> і він е, мене хватав. Ну, ну, я йшла від атаки. Е, Может, это не так, как бы ну, так громко звучит, а ну, так, то есть это так. Желание. Вот, единственный раз. У тебя есть 30 секунд, чтобы вмовить меня заниматься айкидо. Может, начинать. Давай. Стремимся к гармонии, доброте и свету. Приходи на айкидо. Це найкраща реклама. Мені здається, яку можна було вигадати. Приходьте на Айкідо, займайтесь. У нас просто не вистачило часу, щоб говорити довго про цей вид єдиноборств. Хоча мені не зовсім подобається прям так якось грубо говорити вид єдиноборств. Айкідо – це щось інше. Тренуйтесь, займайтесь. Це був Нікіда Трюченко на спортіку. Ще побачимось.